соперник хорошо начал игру, мы поначалу, может быть, не поняли, как надо против них сыграть. Потом перестроились, и получилось забить важный гол в концовке периода. И во втором уже сравнять, повести, переломить игру. Но они, видимо, вышли настроенными. Они, по-моему, три подряд уже проиграли, хотели реабилитироваться. Начали очень сильно, не хватило сил, может быть. Да, очень тяжелая домашняя серия. Команда проявила себя великолепно. Все играли друг за друга. Просто всем только молодцы и так держать, как говорится. Настрой на выездную серию. Продолжаем биться за, как сказать, за первые места, чтобы начинать плей-офф дома, чтобы найти свою игру, вот этот хоккей, который нужно показывать в плей-офф. Всех болельщиков с победой, и приходите на хоккей, болейте за нас.